В Минске продолжается масштабный книжный форум. Сегодня свои возможности активно демонстрировали зарубежные издательства. Многие развернули интерактивные площадки. Так, понравившуюся книгу можно было выиграть в конкурсе. Шведы, например, предложили посетителям сделать селфи на фоне своего стенда, отправить на сайт посольства, где и выберут победителя. Американская делегация дарила подарки за создание истории на специальной доске. Неподдельный интерес к почетному гостю форума – британцам. Сегодня они провели мастер-классы, а также переговоры о будущем сотрудничестве. Для нас Минский форум – это великолепная возможность встретиться с людьми, с которыми при других обстоятельствах мы могли бы не встретиться. Эта площадка дает нам такую возможность. В Англии широко известна Светлана Алексеевич. Есть маленькие издательства, которые издают и других авторов. И нам было бы интересно во время выставки с ними встретиться и подумать, как развивать это сотрудничество. Мы нашли общие точки соприкосновения. Речь шла о возможности переводов книг английских писателей на государственные языки Республики Беларусь, а также возможности перевода белорусских авторов на английский язык. У нас еще есть 3 дня совместной работы, и вот сегодняшний круглый стол – это только начало плодотворного сотрудничества. 3D-книги для детей из Германии, социальные фотопроекты из России и стихи на белорусском от авторов. И это далеко не полный список того, что сегодня подготовили организаторы. Международная книжная выставка продлится до 12 февраля.